Дальше проникающие, дальше на второй темп, и пропускает мяч Архипов, и удар Сидорова, и 1-1! Потрясающий по красоте совершенно мяч! И какой гол, Вагиз Галиули! Исаенко в опорной зоне, вот это хорошая передача, проникающая, и дальше на второй темп, и пропускает мяч Архипов, и удар Сидорова, и 1-1! В лучших традициях Барселоны фланговая атака с передачей на второй темп чуть назад со включением крайнего защитника. И Максим Сидоров, который едва ли не лучше остальных знает, что такое дерби Краснодара, сколачивает мяч в сетку ворот Станислава Акацева. 1-1. И это на второй-то минуте второго тайма. В своем привычном комплекте, фиолетовый, темно-фиолетовый такой цвет, и хозяева поля разыгрывают стандартное положение, скидка, и можно уже пробить поворотом, и удар поворотом следует, и 1-0. На четвертой минуте Калининград выходит вперед, просто брависсимо, как разыграли. Сергей Пряхин отправляет мяч в ворота Хасбулата Камкоева. Блистательный удар, очень быстро, очень своевременно сориентировался буквально каждый из футболистов Балтики в этой ситуации, находясь в штрафной площади соперника. Так, Уэсли, удар! Приезд, первый мяч, каждый раз мы говорим о том, насколько важно сконцентрироваться. Команда постоянно об этом говорит. Вот здесь не разобрались игроки КамАЗа. И кто там, Кириллов не успел накрыть Уэсли. И счет матча открыт. Подача в штрафную, удар поворотом. И какой гол! 1-1! 1-1! Потрясающий по красоте совершенно мяч. Забивает на последних секундах первого тайма Артем Погосов. Какая передача на Котика, убегает Артем. Вот кусочек подождать Дворецкого. Вот два футболиста сверху вышли на поле. Галиули слева ноги бьет. И какой гол, Вагиз Галиули! 3-0! Говоря, передача голевая будет записана Дворецкого. Галиули слева ноги. Оп! Здесь без шансов для Сергея. Без каких-либо вообще шансов. Такие не берут.